Всех приветствую, значит. В прошлом видосе мы с тобой догадались, как нам апнуть, какими колодами, 1000 кубков. Теперь осталось узнать, как апнуть 1000 подписчиков. И в этом можешь мне помочь именно ты. Я тебе видос, и ты мне подписку, лайк, коммент. Все просто. Я считаю, классный бартер у нас выходит с тобой. И про Телеграм тоже не забываем. В Телеге у нас оповещение о стримах, о видосах. Все, без лишней всякой хуйни. Так вот, теперь к теме. 1000 у нас есть. Сегодня мы с тобой открываем вот эти вот все пешечки. Идем и доходим до 2 косарей. Как нам попасть сюда? А я тебе сегодня и покажу. Смотри, так, это пока не будем. Первая у нас колода, без лек вообще. Но здесь все эпики. Вот. Громовержец у нас отлично себя показывает на этих кубках. В целом ты можешь играть вообще всем чем угодно, как и до 1000. Тут работает это все. Вот от 3-4 там уже прям надо что-то нормальное собирать. И то смотря кто тебе попадает, какие противники. Вот. Тут основная задумка, что у нас гром бьет, получается, волну всю. Жнец ему помогает, почищает ее. Ну, прорежает, получается, волну. Ему будет проще. Кристальный у нас добивает боссов, мини-боссов. Вот их лучше побольше постакать. И ранг слияния грому тоже лучше сделать. Тогда у тебя все будет четко прям идти. И вампир, чтобы у нас была ман. Соечка здесь у нас. Чтобы замедлять волну. Чтобы мы не получили пизды такой резкой. Знаешь, взял спыру, въебал. Нет, такого не будет. Мы без такого. Вторая колода. Здесь у нас 2 леги уже. Задира и демонолог. Но можно заменить демонолога на жрицу какую-нибудь условно. Вот с задирой замену нельзя сделать. У нас тут какой геймплан? Просто задир выставляем. Ману себе демонологом, ну или жрицей, если у тебя нет. Бомбер, блять. Бомбардир у нас станет волну. И Маколода замедляет. Так как у нас фазы у задиры. А как мы знаем, он хуй прожмет эту фазу. Чтобы у нас было больше времени, чтобы он прокнул, мы все делаем на замедло и стан. Тренер тоже нам по этому поможет. Тоже остановить эту волну. И возможно задира там очухается и начнет ебашить эту волну. Вот и все. На боссах у него фаза активная постоянно, поэтому, думаю, проблем особо быть не должно у тебя. И последняя колода. Здесь также 2 леги. Борей из глаз. Ну, я думаю, тебе связка эта знакома уже. Думаю, ты ее много где уже видел. Вот, ставишь Борея под глаз, апэш это все. Вот, и радуешься жизни. Главное, чтобы у тебя с глаз и Борей были большого ранга слияния. Так как у нас, смотри, шанс мгновенного убийства. Видишь, ну у меня сейчас 1.9 на 9. Ты стакаешь его, хуяк, видишь, растет. А потом еще за ману, как взял, как ебанул его на максимум. Ебать, уже там 6-7%. Нормально. И у этого алкоголика тоже, смотри, скорость атаки, он так ебашить будет. Ух, та ты шо. Волны ты будешь чистить вообще на ура. Будут проблемы с боссами и мини-боссами. Но для этого у нас есть бомбардир. Он будет это все станет и как-то помогать нам избежать бедлама, всяких куколдов, вот этих вот и всех прочих. Также здесь гром еще есть. Его также под статую можно ставить. Вот, так как у него от ранга слияния зависит количество целей его. Ты его можешь также ставить. И он может тебе, условно он 3-го, он 3 в ряд тебе просто шотнет и все. Вот если у тебя Борея нет, ты можешь делать грома основным ДД и вместо Борея уже что-нибудь другое поставить сюда. Вот. И играть уже от грома. Ну, я думаю, с глаз у всех должен быть, потому что это самая уебищная пешка, которая всегда выпадает самой первой. Вот. Но мне, кстати, повезло, мне выпал инк первый. Вот, элементалист. Здесь также микростан у него есть. При первой способности, где он там огненная хуйня вот это падает. Вот, ну и на это, на молнии тоже там микростаны эти. Оно тебе должно в целом вот, помочь. Вот, на этом все у нас. Удачных тебе каток. Не забывай про лайк, подписку на канал, комментарии свой царский оставлять, а также телеграм. Телеграм это важно, очень важно. Уведомления о стримах, о видосах. Вот, не забывай и не теряй. Вот, на этом все. Будем с тобой прощаться. Опять же, удачных тебе каток. Увидимся в следующем видосе, либо же на стриме. Пока.